Всем привет, с вами Артём. Сегодня вот в этой вот игре я вам покажу, во-первых, я покажу, как можно снести аэроплан. Во-вторых, я покажу, как можно найти вот такую вот козу. Также вот эту и вот эту. Остальные я, в принципе, получил случайно. В общем, вот. Смотрите. Для начала я хочу купить тряпичную куклу. Это делается очень легко тем, кто не знал. Я вот. Вот берем просто вот так вот. Уйди ты отсюда, ты мне мешаешь, уйди. Дизайн деньги. Сейчас, подождите. Вот. А теперь... И отсюда, когда мы... Ладно, что ж. Допустим, вы начали с нуля и думаете. А как же мне получить легендарочку? Давайте, вот. Да. Меня ведь сбило... Мне еще из белой машины сейчас. И думаете. Ну-ка пойду-ка я к той трубе. Кстати, тут если вот так вот бабнуть переключатель только он в эту сторону, то когда поезд поедет... А. Блин, прекрасно. То когда поезд поедет... Он вот так вот возьмет, разобьется, а когда вот порежется на доделанную дорогу, вы сами поняли уже, наверное, что будет. Он будет весь такой кровавый. И это официальный скин. Я никаких модов не качал. Короче, смотрите, чтобы попасть сюда, что вам надо сделать? Начало. Вот. Я чуть позже покажу, что с этой трубой надо будет делать. Смотрите, у вас эта труба закрыта, я такие думаю. Блин, ну как мне открыть трубу? Короче, вот, идемте. Ну, летать не обязательно, я вообще-то сам, в принципе, придумал. Ладно. Можем перепрыгнуть через эту дырку, можем обойти. Вот, тут лежит дыра. Странная черная дырка. Мы ее берем. Именно тем, то, что лезаем. Блин, случайно. Да, кстати. Я потом вам кое-что еще интересное покажу. Вот вы ее берете. Нет, я хочу с тобой прям. Вот, вы берете эту черную дыру и, как пример, возьму вот это телеко. Короче, вот. И тупо. Уходи. Уходи. Вот, короче, прыгаете потом в дыру. Стоп, стоп, я хочу встать. О, посмотрите, как я забагался. Вот тут вот так вот идете, идете. Я тут чисто случайно смог. Да блин, я задолбался так за карты влетать. Стой, не улетай хотя бы. О, блин. Ладно, давайте. Блин, жалко тут секретного прохода нет. Ладно. Ну
Нет, короче, ладно, я упаду. Короче, вы когда прыгнули в эту дыру? Не в ту, а именно в эту. И опа! Вот вы вот так вот едете себе, едете. Чё? Чё это было? Вот вы сюда приходите, вы можете вообще вылететь вот так вот куда-то. Вот. Тут вы, кстати, перед очень важной поездкой можете покататься. А что, тут весело. Ой. Короче, можете просто прокатиться. Хочу. Короче, я умер. Прям страйк. Офигеть. Да, полетайте. Будь здоров! Так, я не понял. Да, нет, все правильно. Вот, смотрите, после того, как вы нашли вот это, улетаете вот, вот в эту трубу, улетаете вот сюда. О! Где? О! Вот, и вы получаете сразу. Можете даже улететь куда-то. Вот, например, как я. Сразу начал и улетаю. Похоже на Луну. Кстати, вот что будет, если полететь вон туда на края. Да, на стоп оттолкнет. И так можно до бесконечности. Взял такой, спасите, помогите. Что мне сделать, чтобы получить тебе? Бум. Короче, прикольно так летать. Теперь давай. О, кстати. Вот это тоже прикольно. Пинай. Все. Не понял. Ты что, бронированный типа? Сейчас мы это исправим. И ты тоже. Капец, у нас тут походу авария какая-то. Никто и падать не хочет. А если и падать, то в другую сторону. Капец. Уходите! Отсюда! Все, валите! Уходите, родной! Все, ты уходи отсюда, камушек. О! На, на тебе. Все, улетайте. Улетай. Короче, вот. Пойдемте за мной. Решил пролететься, и тут человек летит в небо. Офигеть. Короче, вот в этом месте не очень-то легко найти. Короче, вот рядом с этим столом такая горочка. Вот, либо можете от этого фейерверка вон туда, к тому зданию. Так вот. И вы полетите. Вон, видите, камушек. Короче, все, что вам нужно. Ой, это что тут? Отек, отек. Нет. Ой, яичко. Ну, это мы потом пройдем. Вот.
В общем, вы, допустим, пошли вот сюда. Или не сюда. Стоп, нет. Вот. Вы пришли вот сюда. Тут камень. Вы его можете вот так вот взять, сзади толкнуть. Он вот так вот катится, катится, катится. Вот здесь все разрушает. А, у меня загорелось. На! На! Я все сломала. Меня не позвали, я вам все сломаю. В общем, берете его. И вот с помощью своей способности вот так вот лижете этот камень. А потом вот нажимаете на суперспособность и идете. Спокойно. Надо разогнаться. Все вот так вот. Потом идете на кран. Ну, на кран лучше там этого мужика еще освободить. Ну, то есть... Надеюсь, вы поняли, что... Нет, я не хочу лететь. Идеальное приземление. Вот это радует. Лети. Летим, то есть. Да. Капец. Спасибо большое, Юля. Не понял, офигеть, сколько у меня очков. Я не донатил, я читы не качал. У меня просто такой... Какое количество очков? Что даже там никакой донат. Ну ладно. Наконец-то! Вот, тут вы с камнем вот, приходите вот сюда. Толкаете этого для начала мужика. Чтобы он слетел отсюда и, конечно же, разбился. Потом берете камень и ждете аэроплана. Когда он сюда подлетает, он об камень ударяется и все. Он исчезает навсегда. И вы получаете ачивку. Как ты это сделал вроде? О! Кстати, совсем забыл показать. Где там мой шоколадный тёплый? Вот такой вот. Ой. Нифига он улетел. Ладно. Так, уходите отсюда. Все, вы мне не нравитесь. Обычный семейный обед. Согласен. Когда еще летает, это особенно обычно. Вот еще, когда яйца тут по дому валяются. Я не понял. Давай, включай я. Кстати, смотрите, как высоко. А теперь прям на батутик. Тутик-тутик. Капец я попал. Ладно, да, кстати, забыл показать. Так, кого я там обещал вам показать? Вот эту и вот эту, да? Так, ну для начала начнем с самого легкого. Вот такая вот коза. Она нам пригодится для второго. О! Идеально. Так, кстати, вот здесь еще нужно взять вот так вот по стенам бегать. Допустим, вы разбежались, бежите. Или бегите. Бегите. Бежите вот так. Короче, не знаю, как правильно. Я немного перелетел. Так, поднимайся. Вот.
Бежите, бежите, вот сюда. В чем не начинаешься? И для кого тут лестница? Для лилипутов? Что там, ты сделал не про щель? Капец, для чего тогда тебе эта лестница? Уж уйди отсюда, все, это почти не твой дом. Уходи. На улице живи. Теперь весь этот дом мой. Ничего. Короче, заходим вот сюда. Тут все-таки... Вот, посмотрите. Вот, интеллигентно проходим. Вот, прям хорошая сцена. И я говорю... И вот. И вот вас телепортирует сразу... Не понял. А как я на воздухе стоял? Офигеть, у меня 123 тысячи очков. А, в общем, вот. Сейчас я все делаю тут. На. Ладно, короче, вот. Потом, чтобы было быстро. Бежим. Стой. Ладно. Бежим. Вот так вот. Короче, бежим вон туда. Да блин! Офигеть, я. Я залетел, конечно, спасибо. Так, ладно. Возьму клевую козу. Да не яйцо, я не хочу яйца брать. У меня и своих, наверное. У меня 2 яйца достаточно. Третьего мне не надо. Дома у меня 2 яйца есть. Третьего мне уже не надо. На яичницу, думаю, 2 яйца хватит. Короче, я решил покататься немного, не так, как надо, правда. Вот, в общем, идемте сюда, чтобы видны были факелы. И вот тут. Самое главное. Тут надо собрать жертву. Значит, мы берем королёкус. 3 раза и сами ложимся. Смотрите, вот теперь мы стали такой вот козой. Да, нас сама. Все, притягивайте все ко мне. И вот так вот она может притягивать. Короче, полетели, капец, мне чуть бошку не оторвали. Так, ладно. Чем-то я хотел. Опа-на. А что это там? Как это надо посмотреть? А там нельзя. А почему? Ладно, всем пока. А, нет, стойте. Нет, я перепутал. В общем. А, совсем забыл. Вот как начал ложно прощаться. Да, это ложное прощание. Хе-хе. Я так могу. В общем, я забыл совсем. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну и не уверен, то, что все, но с колокольчиком, пожалуйста. Просто я хочу стать популярным. Чтобы было 100 тысяч подписчиков на канале. И примерно по 100 лайков за час. 100 лайков. Ну, хотя вы не наберете, потому что даже 100 просмотров не будет. Ну, в общем, 100 лайков. Я бы хотел очень сильно, но у меня их столько нету. Ну, а мой друг на меня подписан. Ой. Ой, прости, не уходи. Иди сюда. Я решил сделать идеальное позволение. Нет, коробки не надо! А, за мной коробка бежит!
Бежит, убить хочет. Убить хочет. Да блин, за мной все идет. Беги. Ё-моё. Беги, ё-моё. Как я пропец. Да блин, ё-моё. Типичный день в арабской стране. Президент арабов. Тем временем все арабы в стране. Короче, вы поняли. Можете вырезать этот мем. Этот момент для меня. Капец. Куда меня отправляют? Это не читы, это обычные коза. Кстати, весело. О, я еще и поджег. Нет. Бежать. Капец. Что со мной происходит? А интересно, вот эти притягиваются. Ладно, погнали. Блин, еще и знак приполз ко мне. Что это было? Я это не делал. Клянусь. Вот этот вот тряска экран. Я не делал это. Я просто тупо. Нет. Да ладно, я хочу к ним пойти. Нет, ну не сюда же! Я ничего не делаю. Мои руки вообще отпяли от экрана. Куда я лечу? Я что, лечу навстречу приключениям? Ну, походу, того. Я не думал, что такая коза на это способна. Да, я с ней летал, но не настолько высоко. Блин, я не думал. И вот таким веселым концом мы это видео закончим. Сейчас. Да не это. Да. Так. Вот таким вот. Пока. Пока-пока. Эй, козел. Ты что? Давай. Где? Ладно. Так, козел, давай. Я спорю. Вот и конец. Пук.